В Дербенте завершился международный турнир по дзюдо среди младших юношей. В состязаниях приняли участие спортсмены Дагестана, Ингушетии, Чечни, Азербайджана. За призы турнира боролись более 800 участников. У Гаджимурата Зиудинова яркие подробности турнира. На международном турнире по дзюдо в Дербенте встретились разные стили – азербайджанский и северокавказский. Своеобразный обмен опытом. Юноши боролись по 2 минуты чистого времени, по 25 человек на вес, под пристальным вниманием арбитров, которыми руководил судья олимпийской категории Фарид Гусейнов. Семья Жену живет здесь, в Дербенте. И каждый раз я здесь, я гость, я смотрю дзюдо, я тренируюсь. Мне очень нравится дзюдо здесь, в Кавказ. Дзюдо здесь очень сильно агрессивный, есть много чемпионов. Это чуть-чуть другой. В Бразилии есть много традиций японских. Мне очень хорошо здесь. У меня второй дом здесь. Сегодня я на замечательном турнире по дзюдо. Мои выступают сегодня очень сильная команда Сагула. Они приехали с Сагула, в том числе и мои племянники. Вот я переживаю за них. Победители международного турнира в Дербенте определили в 38 весовых категориях. Чемпионов выявляли по олимпийской системе, проиграл, вылетел. По специальным правилам для детей, без болевых и удушающих. Главное, по мнению организаторов, все прошло без травм. Очень насыщенно проходит соревнование и прошло очень хорошо, без травм, без ничего, все и без эксцессов. Очень помогает для этого начальник милиции со своими милициями. Большое спасибо руководителю скорой помощи, постоянно карета у нас здесь стоит в врачебном этом отношении. Травмы никаких нет, очень хорошо прошло. Лучшими дзюдоистами турнира в номинациях организаторы признали Магомеда Ахмедханова, Тиграна Аликяна, Мурада Кучебекова и Ахмеда Тагирова. В неофициальном командном зачете первыми стали хозяева татами. Гаджимурат Зиудинов, Гасан Байрамов и Марьяна Масуева. Время новостей.